Дочка, принеси, пожалуйста, стакан водички маме, прошу тебя. Зайчики мои, попрыгунчики. Спасибо, дорогая. Приветики. Приветики. Это Инстаграм тебе, доченька. Это тебе не ТикТок. Приветики. Ну, можно в Инстаграме попросить, чтобы на меня подписались. Там аудитория другая, зайчик. Анжелина просит, чтобы на нее подписались. ТикТоке. В аккаунт Анжелина Смурфит. Смурфит, exactly. Смурфит. Даже не знаю, как ее фамилия. Смурфит. Смёрфит твоя фамилия. Смёрфит, not Смурфит. Я хочу, чтобы у меня было 200 подписчиков. А у тебя сейчас сколько? 120. Ага, так мало. Что, да. Мало-мало. Мало-мало-мало-мало-мало огня. Я хочу! А, ничего себе, ты тяжелее. Да. Тяжело это стало вообще. Фильтр теперь на тебе есть, а на мне нет. Потому что ты спереди, а я сзади. Ура! Мой фильтр. Ой, мой фильтр утащил. Слушай, ну Анжели такая тяжелая, ты уже просто не ребенок, который можно поднять на руки. Все. Фильтр мой, отдай мне. Вот, вот так. Отдай мне фильтр, Анжели такая наглая. Тебе фильтр не нужен. Ай-я! Слушай, ты такая тяжелая, не могу даже тебя держать. Это же просто отяжеленная человечина. Нет, зайка, очень тяжело. Я даже не думала, что ты столько весишь. Что ты за кобылка? Ну что, я вешу только 32. 32? Ничего себе, 32. Я раньше ты так легко поднимала, кружила, крутила. Сейчас вообще не вариант. Давай сделаем так. Кто-то подпишется на мой аккаунт ТикТоке, но мы на него подпишемся. Ты хочешь, чтобы я подписывалась, да? Да. То есть за то, чтобы на тебя подписываться, я должна потом ходить и на них подписываться. Да. Значит, мой аккаунт в ТикТоке Анжелина Смурфит. Ты думаешь, это честно? Ну да. Да. Я вообще так не думаю. Я посланка зодиака, я рыбка. О, ты уже на вопрос отвечала, уже прочитала на вопрос, отвечай. Вы без фильтра идеально. Спасибо. Нет, это про меня говорят. Нет! Про вы, про нас. Просто девушка на вебсе. Мы тоже, дочка, сейчас такие же. Верни фильтр. А почему у меня фильтр этот на два лица был делан? Почему у меня не срабатывает на два лица, между прочим? Пользуюсь ли я кавьяр под... О, сейчас я поймала фильтр. Будь здоров, я намочила я его. И вот сейчас надо... Кстати, спасибо, что напомнила написать, чтобы его зафиксировать. Спасибо, мой фильтр. Мой. Но тебе фильтр не нужен, ты же маленькая нужен. Девочка, красивая. Зачем? Нужен. Маме он лучше подойдет, чем тебе. Давай глазки тебе поставим тогда. Не, у меня не такие большие ресницы. Ладно, давай тогда, знаешь, как тебе сделаем так? О, ты любишь, когда глазки светлые. Я хочу голубые. Тебе идет, да? И идет такие светлые глаза. Она... Я хочу такие глаза. Угу. Ты любишь Россию, Анжели? Да. Конечно, я туда хочу идти каждый раз. Да. Пойду... Не идти, а ехать, потому что идти это по-английски, а по-русски ехать. 123 followers on TikTok. О? 123 followers okay, on TikTok. Okay, that's amazing. Gotcha. One follower more. Привет. Неврологи. О, теперь я на фильтре. Вот это вообще. Ура! А мама не должна быть красоткой, да? Мама должна быть красоткой. Твои фильтры. Конечно. Темные глаза тебе лучше пишут. Все пишут лучше карие глаза, смотри. Ну, я знаю три языка. Английский, французский и русский. Да, а на скольких... Анжелина, а на скольких языках ты читаешь? Давай, you speak French, поспикай French, давай.
Bonjour, je m'appelle Angelina, j'ai 9 ans, j'aime pas lire en russe. Как это не парли рыса? В курсе? Нет, я не люблю учиться от меня. Я знаю, я поняла, как не любишь. Еще как любишь. У тебя уже есть зеленые глаза, так что это мое. Так. Самые красивые глаза карие. Согласна. Нет, это голубые с коричневыми глазами. А смотрите, как мы Анжелишке сделали этот, покрасили волосы. Она захотела сделать хайлайт такой. Да. Сделали хайлайт ей. Ой, сидела ногу, дочка, ну не могу, прям нога не чувствую уже просто. Посмотри. И фильтр верни. Нет. Спасибо. Ну ладно, сова Анжелика. Вы сова. Молодчинка, на маму похожа. Ну на папу похожа, а не на маму. Голубые. Красоточки. И очень идет. Ты. Какой любимый предмет в школе? Ну-ка. Математика. Ну да, Анжелина любит математику. Викарос. Доча и мама красавицы. Спасибо. Я больше с фильтром идет. На папу? Похоже. Как дела у Алекса? Все хорошо, заболел ковидом. Уже выздоровел? Ну да, он заболел. Ну уже выздоровел. Ну да. Папина копия. Да. Анжелина, у тебя много друзей? Ну да. Да. Кто твоя лучшая подружка? София. Угу. А кузина у тебя тоже как подружка, хотя она твоя сестра, угу. Да? Она не моя сестра. Так это сестра двоюродная. Кузина — это двоюродная сестра. Просто, ну, да. У нас на русском называется двоюродная сестра, на английском кузина. Спасибо. Кузина — это сестра. Папина дочь прелесть. Спасибо. Где мама слаймы покупает? Я хочу. Она уже от слаймов переросла, я слава хочу. Богу. Покажи я свои игрушки, слаймы, которые сейчас ты играешь. Вот эту, как она называется, слава богу, уже. Закончили, слава богу. Господи, слава богу, где слаймы закончили. Да. Ребята, это были просто какие-то муки. Это были просто испорченные ковры. Испорченные. Человек? Ну покажи, иди принеси. Эй. Сколько лет, Анжелина? У тебя здесь, что ли, лежит? А. Мне 9 лет. И фильтр отдай. Я выключила глаза. Мне не нравится. А мне нравится. А твои глаза лучше. Вот такой папа, вот это он... Он цвет меняет на солнце, розовый, голубой, фиолетовый. А это в темноте светится, по-моему, да? Да. Какой здесь? Ну, у меня еще больше радужные. О, здесь цифры есть, Анжелина, ты видела? Да, не знаю. А зачем? Просто. Так, вот. Нет, с ресниц убираешь, и там будут глаза. Да. Вот так. На папу похоже, да, правда. Безумная красивая Анжелина, спасибо. Супер по-русски говорит и читает, спасибо. Ты меня заставила. Не заставила, а тебя обучаю. Конечно. Ребята, она жалуется, что я заставляю читать по-русски. Ты книгу, кстати, дочитала, вот этот как его, волшебник изумрудного города? Или какую мы читали последнюю, чтобы вон она лежит? Ты ее не добила еще? Угу. Нет, я не люблю. Не люблю. Потом спасибо скажу. Какое любимое блюдо у Анжелины из русской кухни? Пельмени! Пельмени, я говорю. Да, пельмени, мы в детстве тоже говорили пельмени. Какие красивые девочки, спасибо. Акцент, все говорят, что у тебя есть акцент, Анжелина. Ну ты дай мне чуть-чуть от меня, да, конечно, ты хочешь фильтр, но ты не закрывай маму совсем, дочь, чтобы мы обе были. Можно мне фильтр? Да возьми фильтр, возьми, вот возьми и просто дай мне тоже быть хотя бы в этом. Анжелина, тебе больше нравится Франция, Россия, конечно. А, ну да, это правда. Вика, расскажи про каникулы в Мексике. Классная реальность. Господи, сколько лет назад это реальность было. Анжелине тогда было сколько? 6 месяцев, когда мы поехали туда работать. Но это реальность. Откуда ты даже не помнишь, что-то маленькое было там. Когда змею там, няня, помнишь, я рассказывала, нашла и убила. Бедная змея. Какая ужасная смерть. Я люблю змей. Да, я тоже люблю змей. Очень нежная девочка.
Иногда я не нежная. Самая красивая. Спасибо, девчонки. Спасибо, мои золотые. Иногда я могу... Ну, если кто-то меня ударит, я ударяю. Так, начнем с того, что не надо, чтобы кто-то ударял тебя. А покажи, как ты рисуешь. Ну-ка, давай покажешь. Нет, смотрите, это Анжелина рисовала. Что нет, тебе, ты должна гордиться своими рисунками. Ладно, если ты так хочешь, то... Во. Вот Анжелишка у меня рисует. Анимешки. А я бы показала им вот эту работу, серьезную. Вот. Угу. Это какая? Яйцо ты рисовала? Это не серьезно. Не, ну ты же штриховала там как-то несерьезно. Ну ты же учишься, зайка. Девочки, вы такие хорошие, спасибо. Воспитанная. Ну да. Яблочко. Этот рисунок некрасивый. Он некрасивый. Вот то дерево покажи, какое красивое. Самое некрасивое дерево на свете. Ну неправда. Зачем ты так себе? Ну правда. Ну зачем ты так себе? Красивое дерево или нет? Ну-ка дай, пусть люди оценят. Дерево красивое или нет? Мне кажется, прикольное. Очень дерево. Ого, пишут, ого. Я не в куртке, это платье у мое. Джинс, Боня джинс. Анжелишка, ты красивая. Спасибо. Ну, у тебя еще были классные рисунки. А вот эти покажи, кстати. Это же ты рисовала вот? Красочные. Вон. Внизу. Красочные. Вот, да. Да там ничего нету. Да нет, вот эти. Господи, что ж ты не видишь? Это не я рисовала. А, это ты рисовала, это не ты. Это еще классные. Собачка. А, да, собачка. Давай еще это покажем. Мой фильтр. Где мой фильтр? Понравилось им дерево. Классное. Мой фильтр. Очень красиво. Очень красиво. Молодец. Зайчик, дай я хочу показать им кое-что. А дай я хочу тут быть. Не хотела показать. Умничка, мне говорят. Да? Что, да. Очень талантливая, наверное. Очень талантливая. Спасибо. У Анжелишки, правда, есть видение. Собачка, супер, спасибо. Как с папой Анжелина проводит время? Хорошо. Ну, как ты проводишь? Что ты делаешь? Рассказывай папу. Куда он тебя любит брать больше всего? Он любит меня брать на хайки. По-русски скажи, не знаю, что такое хайки. Он любит меня брать на... Как бы... На горы, чтобы я ходила 5 часов. Да, чтобы пешком ходила. Я выключила глаза, некрасиво, Анжелин. На горы ходят по 5 часов. Да. Это называется хайкинг. То есть они почему? Туда... Мне нравится глаза. Зайка, сейчас отключишь? А почему? Они на мне сработают. Это красивые глаза. У тебя красивые глаза, зайчик. Так свои. Так. Хайджо ли, мерси. Где ж? Шоколад. Сына обязательно родим. Да. А, ты боишься темноты, зайка? Да. Почему? Мне кажется, мы в детстве все боялись темноты, да? У меня клаустрофобия, ты мне сказала. Это когда такие маленькие местечки. Клаустрофобия. Но я не думаю, что это прям... Вот, во-первых, в маленьком местечке никогда не была. А во-вторых, себе придумывать фобии не надо тоже. Ну, это правда. Надо с собой разговаривать. Это правда. У меня нет ни одной фобии. Вот к своей маме. Поговори на другом языке. Hi, I'm Angelina. I'm 9 years. And I like horse riding. Yeah. Кто кормит шоколадом? Бабушка. Ну, моя бабушка, это твоя мама. На каком языке ты думаешь? Я думаю, мы русский, французский и английский. Все... Ты на французском думаешь? Да, разве? Ну, потому что когда ко мне разговаривают на английском, я думаю на английском. Mm. Или на русском. Когда разговаривают на французском, я думаю на английском или на французском. Mm. Хорошо. Анжелина, ты magnifique comme ta maman. Merci. Comme ta maman. Merci beaucoup. Гимнастика бросила, да.
Да. Ну да. Ну, из-за пандемии мы перестали на самом-то деле гимнастику. Потом она лошадьми очень серьезно еще занимается, поэтому у нее. Да, люблю прыгать, 80 сантиметров. Да. Она танкур делает, 80 сантиметров прыгает, да. Нет, это круто, я люблю. Без галопа, без седла. Галопа, без седла. Где папа? Он Марбель? А не, он тут. Он уже вернулся. Анжелина, parle un peu en français, ok. Je m'appelle Анжелина. Да, ты говорил, ты шла в Марбель Анжелина, 9 years old и все такое. Расскажи, скажи, как ты проводишь свое лето? Где ты была с мамой? Куда ты ездила? Avec ma maman, j'ai allé à Dubaï. На чем каталась там в Дубае? J'ai allé voir des dauphins. Пусть мама на французском поговорит. А parvu, et par beaucoup d'ailleurs, la dame blanche est une légende. En mythe, on a parlé de son. Mais par moi, non, elle est toute réalité. C'est mon ancêtre, tout simplement. Она думала, я не говорю на французском. Ты ужасно говоришь. Я хотя бы говорю. Вот это, кстати, очень неправильно. Вот это неправильно. Поваром, да. Нельзя говорить людям, что они ужасно говорят. Они стараются. Это не мой первый язык, между прочим. Это мой четвертый язык, если что. Да. Но я еще на испанском говорю. Ага. Ты знаешь, у мамы есть поклонник? Вообще не знаю. Вообще не знаю. Что за вопросы вы задаете моему ребенку? Что за вопросы? Tu es une belle fille, merci. Девочки, вы такие милые и настоящие, спасибо. Ничего себе, 5 лет назад... А французском? Да, так ты учила текст, да, да. Вообще, чтобы учить язык любой, ничего язык, себе, лет 5 назад выучила этот я текст. Я уже прочитала этот вопрос. Как вам лично, вдвоем это правда, нам скучно точно не бывает. Угу. Сколько языков я знаю или ты? Анжелина, сегодня скажи, вот ты хотела со мной спать лечь, правильно? Да. И поэтому ты должна что вам сделать? Массаж. Массаж ног. Давай, давай сейчас ты будешь делать массаж ног, а я буду... Нет, помой сначала. Давай-ка посмотрим на твои черные пяточки, покажи. Вот я как раз тебе хотела посмотреть, там на балконе бегала, посмотри, посмотри, как ты набегала на балконе. А ты посмотри, не дай бог ко мне на кровать ляжешь такими черными пяточками. Они черные. Каким спортом ты занимаешься? Я занимаюсь конным спортом. А спрашивают, есть ли жизнь после смерти, как ты думаешь? Да. После физической смерти? Да, да, да. Откуда ты знаешь? Ну, я так думаю. Так где чувствуешь? Самое лучшее место в Европе? Мне кажется, там, где мы живем. Точно. Везде, я сказала. Везде. Анжелина, покрасила волосы? Да. Да, вот это. Вот это. Вот это. Покрасила. Анжелина, ты слишком близко. У тебя лицо вот так вот на всю камеру. Отодвинься нормально, чтобы эстетично было. Вот у тебя же просто лицо вот так на всю. Я хочу мой фильтр. Садись сюда. Вот сядь сюда нормально. Сядь. Вот. И сиди. Вот. Вот тебе фильтр. Нормально лицо видно. А то уже на пол лица, пол экрана лица. Сколько лет ребенку? 9. Кем ты хочешь стать? Хочу кататься на лошадях. Всю мою жизнь. Поваром хочу. Ну конечно, поваром, ага. Ну, ты лепешку доктором. Вместо печенек сделала. Что вкусно? Ну, вкус. Не, ну вкусно, вкусно. Но сделала вместо печенюшек одну большую лепешку на противень. Но мне сказал Джоанне, что поставить близко. А, так надо было их. А зачем близко ты? Он сказал, что кем ты себя будешь в будущем? Ну, доктором, может быть. Доктор. Ты будешь доктором. Мне Анжелина кажется, будешь... классная. Спасибо. Не, мне кажется, что у Анжелишки математический склад ума, и мне кажется, что она будет скорее, не знаю, даже может быть адвокатом, и то быстрее, чем доктором. Правда. Правда. Спасибо. Привет, Анжелина, я Эвелина. Здравствуйте. Какое блюдо нравится готовить? Пельмени. Ты не готовишь пельмени? Нет, блюдо какое ты нравится, ты же умеешь готовить. Тортик, который я сейчас сделала. Окей, тортик. А из блюд? Паста.
Пасту, не пасту. У тебя хорошо получается готовить, как это называется, да? Чикен наггетс. Папа, сколько языков знает? Сколько языков знает? Он знает... Два. Нет. Английский, французский. Swedish. А, Swedish, да, еще. Три. Шведский. Анджелина нравится Россия? Да, конечно. Анджелина... Что? Похожа на Ариэлу, на дочку Джигана. Она не знает девочку. Красивая у них дочка лучше. Сказала, что в будущем Анджелина адвокатом. Вика сказала, что видит. Но мне кажется, что да. Как бы близкий друг или подружка, расскажи. Я же с моим попитом. Расскажи про своего близкого друга или подружку. София. Ну, постой. Еще одна. Гошин. Она там, где лошади была. И она... И еще Таня, которая 14, она выше себя. Да ладно? Да, она 1,71 м, не 14. Да ладно? Ничего себе. Вика, когда будет... Типа, надеюсь, что скоро, в Лос-Анджелесе, когда будем. А. На кого ты хочешь быть похожей? Ну, на девочку, которая... У нее вот такие, как бы, голубые глаза, как бы, очень красивые. Она хочет быть на того похожа, на кого она не похожа. Как ты можешь быть похожа на голубые глаза, если у тебя глаза карие? У тебя, Анжелина, красивые глаза. Я тебе скажу, что карие глаза всегда будут смотреться ярко. У моей подруги Гошин, у нее голубые глаза, и она очень красивая. А ты тоже красивая, с карими глазами. Вы супер. Это комплимент. Спасибо. На маму похоже. Анджелина, тебе понравилось в Лондоне? Ну, как бы там есть много чего можно купить. Это... Нет, в Лондоне прикольно, но там как бы тяжело. Не надо на тебя сесть. Тяжело... Давай. Тяжело, потому что там, конечно, света мало, солнца мало. Такая... Какой у тебя знак зодиака? У меня рыбка. Что, правда? Нет, я как бы смеюсь, как ты маску, это, как она на меня прыгает, как ты ее забираешь у меня. Нравится в школе французский? Я хочу пойти в школу моей кузины, так, там перестань. Только английский и французский. Это очень круто, я тоже хочу туда. Возьмите меня туда. Папа сказал, ну, вообще-то там 25 000 в год. Ну, папа сказал нет, потому что тебе надо сначала выучить французский до нормального состояния. Я знаю французский. Ну, ты знаешь, но ты, у тебя должен быть французский. Три языка знаю. Мама строго или папа? Ну, маму я скажу, маму. Анджелина, у тебя есть Инстаграм? Нет, но я хочу. Нет, у тебя есть Инстаграм? Ну да, но просто на моем телефоне. Да, на твоем телефоне его нет. Очень красиво, спасибо. Еще будешь учить язык? Обязательно. Да. Какой ты будешь? Японский. А? Японский. Она хочет японский или китайский? Ага, ну ничего. Аригато! Аригато! Ня, ичи, ни, са, ня, аригато! Ня, ня, пасы, ня, берега. У вас хорошая школа, говорит, пока не влияет. А да не хочет в эту школу ходить. Что там, тебе учитель не нравится? Он кричит, да? Что не нравится? На детей кричит. Только подруги хорошие иногда. А? Подруги хорошие иногда. А учитель... О, у нас батарейка садится. Все, сейчас сядет. Мы уже затормаживаем. Вика, какой рост у вас и у дочери? У меня 1,42, а у моей мамы 1,70. 1,70. Все, у нас уже батарейка садится. Где наша лица? Ребят, было приятно пообщаться, ну, блин. Да, ну, почему хотела... взять еще? Киса, хотела вообще с ребятами поговорить, но в итоге весь эфир достался тебе. Все, мы вас это самое. Обнимаем, целовали. Дай. Пока. Пока. Мама Сагитарис, да. Мама Сагитарис, да. Спать пора, действительно спать пора. Нет. У нас просто батарейка садится. Ребят, было очень приятно вообще, прям безумно. О, я живу в Японии, преподаю деткам из России. Да ладно? Да. Ой, Гузель, напишите нам в этот самый Инстаграм. Может быть, ты позанимаешься японским? Угу. Да? Угу. Чё? Ага. Готова? Ага. Напишите, вдруг Анжелишка будет позаниматься, да?
Почему французский у нее плохой, и садись столько? Это у нее неплохой французский, просто у нее французский должен быть идеальный. Она же монегаска, у нее монахский паспорт. Я считаю, что ее французский должен быть... Я не люблю французский. Идеальный, а не просто хороший. Я не люблю французский. Заряди. Так где зарядить? Компьютер, где... компьютер принеси. Нет, компьютер с зарядкой, что он там уже заряженный. Пожалуйста, стой тут. Если он не сядет. Я что-то подустала. У меня сегодня такое было интервью большое, что я сидела три часа. Давай. Три часа, два с половиной часа интервью шло у меня. Анжелишка да. Тоже дала небольшое интервью на английском, да? Какие тебе вопросы задавали на интервью, Анжели? Если мама, как мама, как ее... Что, как ее? Ну, как она? А, какая, да, как это, how can you describe your mom, да? Да. Ты сказала, что мама хорошая и позитивная, да? Да, и красивая. А, и красивая. Мою Зоечку сказала, что мама красивая. Спасибо. Какой классный эфир, спасибо. Вик, давно таких развитых детей не видела, ты красотка. Да ты что, ребята, это у меня еще не развитые. Мама ее тут со всех сторон. Нет, сейчас она, конечно, нет, она развитый ребенок, очень умная девочка, на самом деле, и воспитанная. Я, конечно, иногда думала, что она невоспитанная, но иногда мы в самолете летим, мы летели тогда вообще, особенно в эконом-классе, когда и там много детей. Сохраните эфир. И люди, дети себя так вели, прям вообще прям распущены. Я думаю, боже, у меня такой воспитанный ребенок, оказывается. Все познается в сравнении, на самом деле. Спасибо. So great, mom and daughter, thanks. Thanks. Привет, какая ты ку-ку-ка. Спасибо, мои хорошие, спасибо за приятное сообщение. Спасибо, что хотя бы никто не пишет, не хамит при ребенке, уже приятно. А на каком языке ты с папой разговариваешь? Английским. Она... Но ты мне еще должна 125 евро, потому что ты говорил плохие слова. Ну, могла бы не выкладывать здесь в Инстаграме такую информацию. Ну, чтобы все знали. А я перестала говорить плохие слова. Я, нет, ты сегодня сказала. Но я наговорила на английском, я сказала F-word, окей. Okay. Да. Нет, also B-word. Когда? B-I? Никогда. Ты сейчас говорила. Ща, тогда говорила. Не помню. Но F-word я сказала. Значит, 30. Спасибо, что сказала, что F-word говорила. Спасибо. Окей, okay, what do you like for breakfast? Нет, нет. 45. Окей. Okay. What do you... 90, because... Ну, ты тоже. Ну, ладно, ну, ладно. Ну, все, не говори об этом. How old are you? I'm nine. А, что еще? Как еще? Я знаю, как выучить французский. Я знаю французский. Да. Дочка активнее тебя. Ну да. Слушайте, от осинки не родятся апельсинки. Ну я хочу, чтобы нам написали в ТикТок. Она вам ответит, ты мама, папа. Кто красивее, мама или папа? Обе. Да, я знала, что так ответишь. Когда я спрашиваю, а кого ты любишь больше, маму или папу? Она говорит, так будет. А, смотри, мапа. Да. Это же мама и папа, мапа. А еще спрашивают, типа, какой же вопрос ты задавали? А, типа, мы, вот сейчас Анжелина живет месяц с папой, месяц с мамой. Ну, как бы мы делимся. А до этого мы жили, ну, жили, Анжелина жила только со мной. Но при этом и у нее спрашивали... И так у нее при этом спрашивали, Анжелина, ты с кем живешь? Она говорит, с мамой, с папой. Хотя тогда она жила со мной. Вот это такое вот правильное ощущение у ребенка. What is your sign, Анжелина? My sign is Pisces. Pisces, yeah. А поговорить на английском приятно слушать. Анжелина, don't you want to wash your dishes after yourself? No. Why not? Because it's boring. What do you mean it's boring? You made the mess. But it's boring. Jonah was like cleaning today, and you made all the mess. I was working. Don't you want to clean it up? No. Why? Because it's boring. О, подпишитесь на TikTok, Анжелина, смотри. Да. Это Анджелина Смерфит. Да, я вообще хотела накрасить губы, показать свою помаду. Показать помаду девочкам. Нет. Анджелина, научи нас на английском говорить. Значит, hello – это привет. Hello. Да. Спасибо – это thank you. Thank you. Ага. И... Мама, это мама. Goodbye, at
это пока. Сейчас покажу. Моя девочка. Любимый язык русский, английский. Дай покажу помаду. Ребята хоть девчонки хотят. Ну, в смысле, нет, ты же не можешь запретить девочкам? Могу. Это все из-за тебя. Отжились. Вот так красиво. Девчонка, покажи помаду. Нет. Это некрасиво. This is not nice, Анжелина. You have to be nice. They want to see the lipstick. Анжелина. You have to be nice, okay? Be nice. I'm gonna show you now. I'm not here. Школа начинается, так вот скоро уже. Пятого, с какого числа у вас? Дай я покажу помаду, дай покажу. Дай, подожди, потом у тебя будет фильтр. Кстати, этот фильтр жутко большие губы делает. Возьми ура, себе его. Ура, ура. Это мои губы. Нет, он чуть-чуть увеличивает, у меня вообще посмотрится ужасно. Анжелина такая воспитанная, хорошая девочка растет. Спасибо. Братика или сестренка, дочь? Сестренку. А нельзя сказать и братика, и сестренку? Чего уж, если мечтать, то по-крупному. Да. Знаешь, нам надо что сделать, я знаю. Надо чуть ниже поставить вот этот телефон. Вот так вот. Тогда он будет, вот на вот ту коробочку, тогда он будет... Вот на угу. А где Живанши. Я? Вот и вот. Вот, тогда будет удобно. Такая штука тут хорошая. Штука. Да, это специальная подставка для телефона. Вот, другое дело. А где мой фильм? Есть любимая учительница, спрашивает у тебя? Нет, и никогда не будет. И никогда будет. Как никогда не будет? Всегда не будет. Анжи, привет, куколька. Куколка, привет. Хочу показать вам, как это самое. Тебе хорошо с карими глазами, я с тобой, я согласна с вами, девочки. Нет, красиво вот такое, как бы. О, как красиво. Смотрите, значит, моя помада. А по-французски поговорите. Сейчас я покажу, сейчас я накрашу. Сейчас на губах нет ничего. Смотрите. Вот это мои нормальные глаза. Окей, смотри, сейчас я накрашу помаду и покажу, как она работает. Вот это мои нормальные глаза. Да, ресницы просто убери вот так. Вот. Ну, Анжелина, не кривляйся. Давай вообще выключим этот фильтр, потому что ты... Да, потому что ты начинаешь просто это самое... Из этого фильтра лицо вот так вот в этот самый. Никакого монстра ты не похожа, неправда. Включи вот этот цвет, будет красиво. Иди включи второй цвет, тебе будешь самое красивое. Господи, подними, пожалуйста. Что, как он? Ты уронила, ты понимаешь. Смотрите, я хочу показать, как работает помада. Смотрите. Вот. Теперь смотри, какая красота. Вот, я тоже даже со светом мы красивые. Все. Давай в кадре. Хочу показать вам, как работает помада. Launching soon. Смотрите. Угу. Самое главное, вот, допустим, правильно красить. Можно рисовать любую форму. Я могу тебе нарисовать губы больше, чем у тебя есть с этой помадой. И они будут выглядеть как свои. Любой формы. Можно тебе вот такие? Сейчас, подожди. Надо по краю. Смотрите. По краю. Центр не рисуем. Только край. Дальше. Включи фильтр, говорю. Не надо. Дальше. Второй. Девочка хорошая. Спасибо. Дальше. Второй. Анжелина, не мешай. Я люблю чуть-чуть вот эту галочку убрать. Я так поднимаю вверх. Интересно. Так, поднимаю я. Раз. Интересно, смотрите, что будет игра «Замри на минуту». Смотри, здесь я уголки накрасила, здесь тоже. Здесь ходила, да? А в центре не красила. Даем высохнуть. Сейчас смотрите, как будет красиво. Абхазия, тоже привет. И в центр мы делаем помаду. Елена, ты красота, спасибо. Другую. То есть вот здесь, допустим, это идет супер пинки, такая розовая. А можешь мне сделать? Сейчас. Ну, это такая прям розовая-розовая, смотрите. Спасибо. У нее красен центр. Красивые такие девушки, спасибо. Смотрите. Перетруйте слово. Если... Ага, и чуть-чуть окраю, да. Вика, ты красотка. Вот
Теперь смотрите, что происходит. Ждем 3 секунды. А мне? Сейчас, да куда тебе? Ждем 3 секунды. А теперь делаем следующее. Берем пальчик и начинаем распылять. Смотрите. Все. И получается, вроде губы яркие, вроде розовый. Любой цвет можно в серединку красить. То есть получается, что он может быть розовый в центре, он может быть там бежевый в центре. Подожди. Теперь мы ждем 5 минут. Она засыхает, высыхает. И потом будем целовать все, что угодно, она не отпечатывается. Так что вот так. Ну тебе, ну куда оно, Анжелина? Я хочу вот такие губы. Я эти стрелочки могу накрасить, но губы куда? Давай. Открой глазки. Анжелина любит стрелочки. Покажись. Фирма, это моя помада, моя фирма. Боня Бьюти. Покажись. О. Анджелина нравится. Самая красивая, спасибо. Ну. Марка называется Боня Бьюти. Это мои помады. Там Боня. Написано Боня. Видите, Боня. Это Бозонни. Да. Это просто сэмплы. Ну, как бы вот мы выпускаем, запускаем. Анджелина, сколько лет ты стала учить иностранный язык? Он нас с рождения их учит. Она даже сама их не учила. Сама научила. Она не учила. Кстати. А знаете, что удивительно? Меня что удивило? В какой-то момент я смотрю, Анжелина читает на английском. Причем я учила ее читать на русском. It's super easy. Да, super easy. Она такая, знаешь, я смотрю, она такая читает на английском. Okay, я ее никогда не учила. Tropical shine. Oh, okay. Amazing. Givenchy. Где можно купить? Так, будет у меня онлайн запускаться. Мне надо, короче, видео поснимать, зайки мои. Все, у меня завтра, я хотела сказать, у меня же завтра запуск моего, как это называется, посвящения на нашего божественного богинь. Я оставила ссылочку. Приходите. У нас прям очень много людей записалось, поэтому я думаю, будет очень классно, будет больше очень круто. Завтра будем делать... Почему Анжелина кавказский акцент? Кавказский акцент? У тебя кавказский акцент? Принеси, кстати, да, принеси тональный крем, я хочу им показать. Сейчас я принесу, подожди, я покажу этот тональный крем, как он работает. Сейчас прям... А я его сегодня использовала. А ты-то зачем? Ну, поиспользовала. По Москве 18... Мы не в Москве. Привет, Альцовина. Смотрите, ребят, я хочу сейчас показать. Сейчас помада. А я вот этот вот сегодня. Да, он очень крутой. Смотрите, сейчас помада вот высохла, да? Вот мы посидели там чуть-чуть. Видите, ее видно. При этом, смотрите, я целую руку, она не отпечатывается. То есть, представляете, сегодня ты ходишь в маске, твои губы яркие, красивые, и помада не отпечатывается на маске, не отпечатывается на рубашке, на стакане или еще на чем-то. Принеси маме водички, пожалуйста. Покажи всем, какая ты добрая и заботливая дочечка. Что? Нет, ты приносила мне полстакана, значит. И сейчас хочется еще попить. Хочу показать вам этот тонак, ребят. Это просто чудо-тонак, девчонки. Это просто невероятный тонак. Смотрите, называется он Илиа. Получается, это буква I, L, I, A. Вот, смотрите, чипок. Вот так берешь. Даже не важно, что он выглядит светлее. Я покажу, как он действует. Сейчас посмотрите. 3 смотрите. Стакана воды. Спасибо, такая. Может, было один достаточно. Ну, потому что я не хочу, чтобы ты мне вставала. Хорошо. Смотрите, как тональный крем работает. Сейчас вы увидите вот эту половину лица, которую нанесу. Что с ней произойдет. Смотрите. Хочу показать, зайка. Дай покажу, пожалуйста. Я обещала девчонкам. А я все наношу силой, и он очень крутой. Он очень крутой. Смотрите. Раз. У нас время 11 часов. Смотрите. Смотрите, как блестит кожа. Вот по сравнению с этой частью, видите? Ну, как бы вот как раз без фильтров видно хорошо. И смотрите, наносишь его. Причем сильным слоем не надо. Что? И он адаптируется под твой цвет кожи. Платье это Боня джинсы. Это платье. Нет, это не за мою школу, это за школу моей кузины. Я туда хочу пойти. Окей. У меня 3 часа ночи. Смотрите. Котенька, ты делаешь нойз, ну пожалуйста, Дима. Я правда. Вот, смотрите. Нанесла одну половинку.
Одну не нанесла. Смотрите, какой он крутой. Прям I don't поближе. See the difference. No, you can't see the difference. Ну, потому что я чуть-чуть наносила. Смотрите, какой он блестит. Он такой, знаете, лицо выглядит как лицо. Нет вот этого ощущения какого-то тонака, какого-то, видите, как красиво, как блестит. Круто. Ну, вот тут даже видно, вот, как бы, какие-то там изъянчики, а здесь такое он закрывает все. Хочешь школу, спрашивайте? Нет. Не хочешь? Нет, я никогда не хочу никогда в жизни. Сейчас, хорошо, что здесь есть неадекваты, которые можно сейчас заблокировать отсюда. Почему? Ну, люди пишут, знаешь, иногда люди необразованные, и иногда у них комплексы, и они начинают писать, как бы, грубые вещи, потому что у них не хватает словарного запаса. Там был один тикток, который я увидела, и такой... Oh my god, my first hate, oh my god, oh my god, oh my god. Okay, okay, oh my god, calm down, calm down. Okay, sad, 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 sad. Oh my god, I'm just a kid. Так смешно было. Да. Так что все. Тут на сайте. Сколько сказать? Ну, зайчик, пока не могу ничего сказать, потому что я ничего не знаю. Надо там, там же расчеты идут, транспортировка, логистика, растаможка, тюбики, мюбики, это, то, и потом высчитывается цена. Я не знаю, правда. Когда день рождения у мамы? Ты хоть маму день рождения помнишь? December 26. Oh my god. 29, 30, 36, 37, 38, 39. November, first of all. Not December and not February. Oh my god, you are terrible. Where you buy your lipstick? It's her brand. This is my brand.
Как говорит зайчик, я уже им говорила. Можно сделать так, как будто вообще губы не накрашены. То есть, как будто это ваши яркие губы. И в этом кайф вот этой разработки, этой технологии. Я не просто сделала помаду тяп-ляп, вот лишь бы сделать. Я так мучилась, я бы хотела одно слово сказать другое, замучилась. Но я обещаю. Сейчас оно высохнет, смотрите. А, девочка, спасибо. Смотри, яркие губы высыхают и не отпечатываются. Разве это не кайф? Сейчас они подсохнут. Мы на энджике спробуем. Надо 2 минуты дать высохнуть. Попробуй сейчас. Можешь даже попробовать на белой рубашке. Ну, сейчас чуть-чуть, попелюшечку. Видишь? А когда подсыхает еще 2 минутки, вообще не отпечатывается. Даже на стакане. Вот смотри, я буду пить стакан. Обычно, да, приходишь в ресторан. Начинаешь пить. И ничего нету. Там это есть... жутко, когда вот это на стакане помада или на бокале вина. Зубы сидишь с парнем. Зубы у вас вот свои, а губы накачаны. Губы твои. Да. Зубы свои, абсолютно все. И все губы думают, твои. И губы мои, и зубы мои. А все думают, что у меня зубы сделаны. У меня зубы вот такие. Да. У тебя красивые зубы. У меня мамины. Боже, что за слоненок вырос огромный. Помоги, помоги, помоги. Так я не могу тебя помочь, потому что ты весишь уже как маленький нормальный добротный слоненок. Ладно, зайчики, мы пойдем готовиться ко сну. Нет, мы никуда не пошли. Мы никуда не пошли. Сейчас слишком рано, 12, окей, чуть часик. Часик, окей, часик, часик. Ты вообще-то еще массаж ног мне не делала, так что будешь сейчас спать в своей комнате. Там сделаю. Помоги. Так, нет, 11,5, это 11,5 тон. То есть 11, который у меня был до этого, он еще светлее. То есть он такой светлый. Ну, правда, я считаю, что это лучшее средство. Смотрите, как будто просто здоровые руки. Ну, здоровый цвет кожи. There is a nice difference. Like, it looks healthy. Я вообще не люблю, когда наносишь, и такое ощущение, что маска на лице. Потому что лицо должно немножко блестеть. Конечно, можно потом подпудрить чуть-чуть. Допустим, где-то у меня была кисточка, я такая беру...
за то, что вы пообщались с нами и вели себя прилично. Потому что таки это интернет, контролировать невозможно. Бывают неадекваты просто. Вот, так устала. Ой. Спасибо вам за все. Вот. Пока. Пока. Люблю. Чао. Пока. Какао. Да, ногти у меня вообще прям обожаются. Ногти в этот раз. Целую, любимый, пока, мой хороший. Ой, подожди, как выключить-то?